В округе прошел 6-й фестиваль «Люберфест». Завершился он праздничным гала-концертом, на котором выступили исполнители бардовской песни из Москвы и Подмосковья. Местом проведения по традиции стала Центральная библиотека имени Сергея Есенина. За плечами участников и организаторов фестиваля неделя творческих мастерских, по итогу которых лучшие из лучших выступили на заключительном гала-концерте. Меньше злости, больше иронии. Это первой степени и 13 дипломантов. Такой финал фестиваля. Всего в этом году в нем приняли участие 50 человек. Большинство из них не в первый раз. Я третий год участвую с большим удовольствием, потому что здесь встречаю своих старых друзей. Вот, и интересно послушать новых. И вообще у этого фестиваля очень высокий уровень. Высокий уровень конкурса обеспечивают как участники, так и жюри. В этом году председателем стал советский и российский поэт Юрий Лорос. Самое первое, на что я обращаю внимание, вышел человек со мной поговорить. То есть со мной, значит, с любым зрителем, слушателем. Или вышел с какими-то другими мыслями, там, себя показать. В этом году фестивалю «Люберфест» 6 лет. За все время в нем приняли участие около 300 человек. И на этом, по словам организаторов, останавливаться не будут. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.